такие у нас смотрены, не стриженные стоят. Сейчас покажу вам способ заточки ножей на машинке. То есть основная проблема на электрической машинке для стрижки овец — это ножи. Новый ножик стоит, очень хорошо стригет, но так как у нас шерсть на овцах постоянно грязная, ну не постоянно, но в основном бывает такое, что они пишут и 100 голов машинка стрижет ножи, то есть без заточки, без всего. Да, но если у вас идеально чистая шерсть и никакого загрязнения там нету, тогда да, может она там 50-70 голов и будет стричь. Но шерсть сама по себе жирная, густая и грязная. Из-за этого происходит затупление ножей. И вот сейчас я вам попробую показать способ быстрой заточки ножей, который меня научил Анатолий из Кингисеппа. Ну ладно, будет смотреть, наверное, вспомнит. Так, ну вот наша машинка, то есть для стрижки овец. Вот смотрим, что она вся жирная. Ножи, то есть хочу показать, что ножи не новые. Сейчас начнем стричь. И посмотрим, что у нас будет получаться. Будут стричь ножи или нет? Я думаю, что особо не будут. А не стричь. Но покажу, как быстро, не снимая ничего, то есть заточить. Ладно, сейчас продолжим. Вся забита. Грязь, что ли? Да, грязь, жир, все. То есть она плохо стрижет, видишь? Она должна стричь очень налысо. Что вы делаете? Еще съемка делаете? Да. Съемка. Включи. Вот, то есть вода с ферри, как моем? Все чисто. Сейчас, то есть весь, все ножи, надо смотреть, чтобы и верхний нож там прочистился. Вот она уже стала тормозить с этим, с водой. Плохо. Ну, тяжко работает. Во-первых, надо маслицем смазать. Да, за это баран, если грязный будет, он никогда не будет. Вот так берем и смотрим. Чтоб она нагрелась прям тяжко. Вот. Отпускаем. Снова намазали. Отпустили. Вот сейчас.
попробуем даже. Вот так. И она сама по себе, еще блин. Сама по себе. Отпад другое начинает бросать руками. Пастагою делаем с свечкой, растапливаем, мешаем, получается такой карандаш. Воск будет, когда машинка нагреется, растапливаться и смазывать нож. Нож смазался, и он сам по себе заточится. Вот и все. Еще раз почистили, чтобы не было ни жира, ни грязи, ничего снизу. Маслицем смазали и вот я уже заточил. Делать сколько угодно, пока нож не сломается. Не снимать ничего, а так постоянно стричь, поправлять. Я не стригу здесь на лысо, потому что я боюсь, я несколько раз бывало резал их, ну, раны делал. Из-за этого я боюсь стричь и немножко нанимаю людей, чтобы они ножницами стригли навес. А вот так на лысо мне не надо. Вот так. Маленькая есть, и хорошо. И что, вот так она точится? То есть делаем ты не профессионально, так для себя. Ни с кем соревноваться не собираемся. Вот эти говорят, мы сейчас крестьянчик.
Это какая Боитесь.